Очередные два блока, 13 и 14, номера их 81-26, 81-26 и 76-75, 76-75. Смотрим, открываем 13 блок. Лежат пакеты. Такое ощущение, что на боку лежали кейсы и сместились пакеты в блоках. Собственно, так же на бок. 5 плюс 1 тем временем сразу же. Так, эту карту переворачиваем и смотрим дальше. Параллелка. И еще параллелка. И пока все. Так. Параллелки пока. А вот и автограф, снова финальная серия. На этот раз Челябинский трактор. И что мы еще ждем? Джерси какой-нибудь. Ну, параллелок, в общем-то, не так много. Естественно, ждем. Ну да, двойная джерси. Драфта. Тоже очень неплохой вариант. Итак, последние пакеты. Последние пакеты какого уже по счету 13 блока. И все. Нет, еще одна параллелка. Все-таки есть. Смотрим. Юрий Трубачев. Атлант. Ярослав Альшевский, нефтехимик. Георгий Мишарин, ЦСКА. Тэмо Вертикайнен. Салават Юлаев, 42 из 100. Александр Королюк. Витязь. Юрий Александров, СКА. Андрей Степанов. Амур, 30 из 100. Валерий Васильев, Спартак. Ян Колорш, Донбасс. И еще одна золотая параллелка. Алексей Морозов, 54 из 100. Это у нас ЦСКА. Итак, хиты. Майкл Гарнетт, трактор, 186 из 300. Мартин Тёрнберг, Лев, 79 из 300. Двойная джерси драфта. Проще на этот раз куски, без швов. Двухцветный сверху, Павел Красовский, Локомотив. Одноцветный снизу, Вячеслав Новицкий, Авангард.
Между этими командами будет разыграна карточка 67 из 150, ее номер Павел Красовский, Вячеслав Новицкий, Локомотив, Авангард. И автограф финальной серии Петрик Антиола, Трактор, Челябинск. Номер карты 39 из 50, Петрик Антиола. Вот автограф. Автографов финальной серии в избытке на этот раз. 81-26, номер уже говорил. Так. Посмотрим, что нам принесет этот блок. Блок номер 14. Еще одно всего лишь видео после завершения текущего останется сегодня. Смотрим. 5 плюс 1 тут будет. Карта, вот, которая в этом пакете была. Оказалась сверху случайно. Сейчас мы до нее дойдем. Параллелка. 5 плюс 1, 2 подряд карты. Даже 3 подряд карты. 5 плюс 1. Вот в каждом пакете бы они были. Если не считать этих пакетов, 5-6 на блок, где были бы автографы, ну, было бы все отлично. 3 карты, 5 плюс 1, нашли сразу. Ну и что, будет еще что-нибудь хорошее? Или 4-ю найдем, или 6 хитов опять. Тоже было бы неплохо. Вот пока только параллелки. И все-таки еще одна карта лауреата сезона. Итак, последние пакеты. В 14 блоке. И все. Нет, еще одна параллелка. Теперь точно все. Итак, блок номер 14. Хиты. Марсел Хосса. Динамо Рига. Дмитрий Макаров. Салават Юлаев. Андрей Сергеев. Спартак. Александр Черников. Локомотив. Илья Крикунов. Автомобилист. Милан Бартович. Слован. Юрий Лехтеря, Сибирь, 67 из 100, 68 из 100, извиняюсь. Томаш Заборский, Салават Юлаев, 31 из 100. Алексей Морозов, ЦСКА. И третья золотая параллелка, Максим Чудинов из Санкт-Петербургского СКА, 21 из 100, Максим Чудинов. Ну и хиты, совсем они не хитовые в этот раз. Еще одна карта Максима Соколова из-под серии лауреата сезона, на этот раз номер ее 13 из 200. 13 из 200. Максим Соколов, нефтехимик. 5 плюс 1. Петр Веханин. Лев. 176 из 300. Крис Ли. Металлург. Магнитогорск. 127 из
300 и Роман Черенко с Казан Петербург 174 из 300. 174 из 300 Роман Червенко. Итак, вот такие два блока. Последние два блока второго кейса в следующем видео.